В Большом концертном зале Музея Победы при поддержке Российского военно-исторического общества и Комитета общественных связей города Москвы состоялся финал второго московского открытого фестиваля морской песни «Споемте, друзья». Фестиваль посвящен 115-летию подвига крейсера первого ранга «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» и призван объединить творческий потенциал юных моряков, ветеранов флота, любителей морской песни. Я, в принципе, как сам моряк, даже старший матрос, очень рад, что такой фестиваль прошел, что, я надеюсь, после второго будет и третий. Я считаю, что фестиваль удался, он занял свое место в череде московских конкурсов и фестивалей, достойное место. Мероприятие проводится в рамках открытого межрегионального московского музыкального фестиваля «Кадетский класс» морских кадетских корпусов, клубов юных моряков, ветеранских организаций и любителей морской песни. В гала-концерте приняли участие лауреаты и дипломанты фестиваля, солисты, вокальные ансамбли и хоровые коллективы не только из Москвы, но и из регионов России.